Какие еда и питье, таково и житье. Самарцы о здоровом образе жизни знают немало, и у каждого свой рецепт. Например, Алена Павлова выбирает прогулки на велосипеде и правильное питание. Сбалансированное питание, чтобы были выдержаны КСБУ, там калории, белки, жиры, углеводы. 3 раза в день не объедаться, но и полностью удовлетворять потребности организма. Стараюсь пить больше воды, больше двигаться, бывать на свежем воздухе, ну и, естественно, держать колораж. Валерий Рузанов при любой возможности приходит на набережную вместе с сыном, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе. Здоровое питание – это многоразовое питание, небольшими порциями, с интервалом в 3 часа. Больше двигаться, много воды и активный образ жизни. Возрастные рамки раздвигаются. Ты чувствуешь себя гораздо моложе, чем по паспорту. Как рассказывают медики, ежедневно в рационе человека должны быть 6 групп продуктов – хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, молоко, мясо, рыба. В минимальном количестве жиры и углеводы. К диетам следует относиться с осторожностью. При проблемах со здоровьем правильный рацион питания необходимо определить вместе с терапевтом, гастроэнтерологом и диетологом. Благодаря правильному рациональному питанию мы можем снизить риски очень многих заболеваний, многих хронических заболеваний. Это и заболевания желудочно-кишечного тракта, это заболевания сердечно-сосудистой системы. Здоровый образ жизни базируется на нескольких составляющих. Это отказ от вредных привычек, это правильное, рациональное, сбалансированное питание и физическая активность, которая должна быть регулярной. Большое значение здоровое питание имеет для тех, кто занимается спортом в свободное время или профессионально. Необходимо определенное количество белков, жиров и углеводов, чтобы достичь максимальный результат. Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который направлен на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление организма в целом. Движение – это жизнь, правильное питание и физическая активность помогут сохранить здоровье. Соблюдая несколько важных правил, можно не только управлять своим самочувствием, но и сделать жизнь более гармоничной. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События.